Около часа назад Алина Загитова поделилась в Инстаграме со своими поклонниками видеопроката на арене ледникового периода. Публикацию спортсменка подписано «Как будет что-то интересное» и отметила основателя шоу Илью Авербуха. На коротком видео явно угадываются элементы новой показательной программы Алины Эсмеральда и принимая во внимание тот факт, что исполняет программу спортсменка на съемочной площадке. Скорее всего, в одном из выпусков Алина действительно покажет свою программу более широкому кругу зрителей. Пока правда не очень ясно когда состоится прокат, ведь завтрашний выпуск уже отснят. Возможно, Алина покажет свое выступление в одном из заключительных выпусков шоу. В любом случае, будет интересно увидеть Алину на Первом канале с ее программой тем более, что все поклонники признают Эсмеральду одной из самых красивых и эстетично выверенных программ спортсменки. Пока же остается ждать выпуска и прокатов участников, а также решений жюри, которое последние несколько выпусков удивляет всех своими иногда странными оценками.